Друзья, приветствуем вас на Чигиринском водохранилище. Это место, где ты можешь быть ближе к природе и наслаждаться ею. Оставь мотор и суету в городе. Гуляй по лесу пешком или катайся на велосипедах. Сплавляйся на лодках и байдарках по реке. Вот несколько советов, как по максимуму насладиться моментом единения с природой. В природе нет мусора. Все, что вы видите в лесу под ногами, чей-то дом или еда. Поэтому так важно не оставлять после себя мусор. Позаботьтесь о лесных жителях и будущих гостях водохранилища. Огонь в природе – знак приближающейся беды для всего живого. Оставьте огонь внутри себя для предстоящих вечерних посиделок возле небольшого переносного мангала или старого кострища. Лес – это не только деревья, но и места обитания многих животных, насекомых и растений. Гуляй по имеющимся тропинкам и дорожкам, чтобы не нарушить покой лесных жителей. Мы уже проложили для вас самые интересные маршруты. Сорванный цветок живет всего лишь пару часов. Сохрани растение, сделай фото и оставь впечатления и эмоции на долгие годы. В лесу есть своя музыка. Это шелест травы, пение птиц и стрекот насекомых. Все это ты можешь услышать, если выключишь звук привезенных музыкальных колонок. И помни, забота о природе – залог хорошего отдыха. Зеленая территория Чигиринка. Путешествуй экологично.